Меня зовут Марина Яблонская, я реставратор и художник по мозаике. Я курирую вместе, получается, с Tom Sawyer Fest работы по восстановлению советской мозаики «Волна и рыбка». Сейчас мы занимаемся реставрацией именно вот этих фрагментов, сегодня конкретно, фрагментов, которые штучно выпали. Получается, мы рассверливаем вот таким вот инструментом, вычищаем все, а потом находим тот кусочек, который выпал, либо же у нас есть запас советской смальты, потому что смальта, которая отливается специально для этого проекта, ее еще не привезли. Собственно говоря, работаем, грунтуемся, соблюдаем все этапы. Уже сделано, смотрите, первым этапом шло расчистка мозаики от граффити. Это самое первое. Весь город практически помогал, тут было очень много людей. Потом мы снимали кальки. Кальки снимаются для того, чтобы выявить, сколько фрагментов, какого цвета нам надо. Заказали смальту в Москве. И сейчас мы занимаемся расчисткой фрагментов от лишнего цемента и восстанавливаем именно. Мы сейчас работаем с той смальтой, которая выпала, и мы ее обратно можем смонтировать в связи с тем, что сейчас выходные. Смальтовары из Москвы, они чуть-чуть, они работают, они нам варят именно те цвета, которые нам нужны. И это все придет на этой неделе уже, и мы будем накалывать у меня в мастерской. По графику у нас работа вся занимает до конца июня. Мы должны полностью сделать все работы наши по восстановлению именно мозаики. Не входит сюда облагораживание территории, но это тоже запланировано. Это как бы на оставшуюся часть лета будет. А помочь можно, много волонтеров, даже вот из Краснодара, сколько, 5 человек, пришли заниматься расчистками наравне со всеми, грунтуют, наклей наносят, мозаику ставят. Я реставрировала фрагмент мозаики с военной тематикой в переходе на Буденновском Садовой. Так как их признали культурным наследием, сейчас я не могу производить работы, только по каким-то тендерам, которые, если город будет финансировать, выделять средства, можно будет поучаствовать. Но для этого нужна куча лицензий, и в конкретном случае, скорее всего, это не мой уровень будет, потому что лицензии, они очень больших денег стоят.